Очень крепко держишься, не бойся, поняла? Ты как пони летаешь, пони с крылышками. Представь, что у тебя крылышки, и ты летаешь. Закрытыми глазами, папуль, и ты подумаешь, что... А, да. А потом откроешь. Представляешь, ты полетела высоко. Сейчас будешь еще выше взлетать. Ух ты! Открой на море, посмотри. Открой, теперь не бой. А то так. Какой кейсинг, да, что? Бензовар 100%. Ты вот серьезно, посмотри. А выше хочешь? 8 метров. 8 метров. Ну, вообще здесь, да, можно подпрыгивать. Сейчас еще выше полетит. Не бойся, море тебе все будет видно. Короче, 8 метров, а будет еще 10. Все, сделаю сейчас веревочку другую. Молодец, умница. Все, страх преодолела. Умничка. Все повыше. Ух ты! Сейчас понечка полетишь. Искорка, искорка сейчас взлетает. Изи. Лучше, Кир, игрушки или прыгать? Прыгать! Сейчас у Вики спросим. Деньги, мам, на что будет тратить, на игрушки или на прыгать? Вот. Полетела, Изи! Полетела! Как ты так можно высоко летать? Изи! Ух ты, раскашливаюсь. А сколько минуток? 5 минут. 5 минуток, да. Ух ты. Илюша, сможешь настолько залезть? Настолько залезть сможешь? Кире уже, наверное, хочется сильно-сильно, да, Кир? А? Да? Погоня уже весовая. Я не боюсь. Весовую перебрежу. Это будет как-то так слышать. Ну, это было давно, ты еще маленькая была. Что? Да, что? Только не так высоко ты прыгала. А? Я не боюсь теперь так высоко. Разрешили нам попрыгать бесплатно. Сколько хотите, прыгайте. И вот не могу я их отсюда увезти. Вам не надоело еще? Нет. Нет? Мама, если ты падаешь. Кир, не надоело, точно? Нет. А когда мы пойдем домой или прогуляемся? Ладно, я пойду закат пока поснимаю. Вот как мне их отсюда увезти. Смотрите, тут какая красота. Красотища. Просто красотища. Красотюща. Вау, как в камере тоже красиво, но не в камере еще красивее. Кричат, как эти.
Такая морская гладь, тишь. Здесь волн таких нет, вот как на море. А здесь получается как залив, или как правильно назвать, неглубокое море. И здесь такая вот прям реально тишь да гладь. Нет таких больших волн. Поэтому деткам здесь купаться, вообще плавать, учиться плавать здорово очень. Можно быть спокойно. Родителям можно, так сказать, спокойно. Это у меня травма детства. Отдыхать, не переживать. Люди прогуливаются. Ну, прохладненько. Сегодня денечек прохладный. Сегодня, сейчас, наверное, уже градусов. Еще ветер такой прям северный. Не знаю, градусов, наверное, сейчас, мне кажется, 22, наверное. Может, 23.